Яркая желтая разметка сразу бросается в глаза, напоминая о необходимости быть внимательным на дороге, особенно если идешь с ребенком. Взрослый должен подавать пример, уверена дважды бабушка Любовь Воронцова. Только тогда дети будут подкованы практически, а не в теории. Обязательно обучали, что ходить надо только за руку. Если на самокате, самокат мы в руках везем, на нем не едем. Велосипед также сходим, слазим и все через это в руках. И обязательно только через переход. За 7 месяцев этого года в Самаре произошло 99 ДТП на пешеходных переходах, в которых погибли 3 человека, 99 пострадали, в том числе и дети. Поэтому очередное напоминание о правилах совсем не лишнее. Трафареты у нас различные, и на пешеходных переходах можно увидеть следующие надписи. Пешеход, убедись в безопасности перехода, перед переходом проезжей части дождись разрешающего сигнал светофора. Всего на самарских дорогах появится около 30 трафаретов. Расположатся они в местах массового скопления детей и на самых оживленных переходах. А сегодня дети получили памятные сувениры, а взрослые – очередное напоминание о правилах перехода через дорогу. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.